Один из места, где стояли две наших славных воинских части, это Бердский вертолетный полк и бригада специального назначения. И мы бы хотели вас спросить на более высоком уровне о том, чтобы в нашем городе мы открыли, естественно, с вашей помощью, кадетский корпус с летным авиационным уклоном. Вот это у нас такая есть просьба. А теперь решили вручить вам благодарственное письмо. Спасибо.